он ты, наверное, еще не знаешь, но ты на замену. А, и отлично. Он там только это, там только корабли запустили. По-моему, в начале кораблей написал мне в личку, что он на 10 минут отошел. Поэтому этого босса можно, в принципе, без него убить. Кто отошел? Мозер мне перед пулом кораблей написал, что он отошел на 10 минут. Вагон. Лёш, смотри, все, кто ниже Мозера, а мы будем все выше Мозера. Я ТП-хаюсь отсюда. Да. Многоходовочка. Да-да-да. Беладон. Все готовы? Краску поваром. А чё? Чё он сказал? Ладно, тогда другой параметр. Кто ниже старика вагона? О, вот это согласен. Нихуя сильный. Так, старик, короче. Старый Клава. Андрей, пожертвуй собой, дай старику дела. Вы чё, все охуели? Старый, давай, короче. Без грома и молнии даешь топ-1, и ты красавчик. Демона в студию, ребят. Чем вам демон? А, или нет. Старый, три куска Т5 сними. Да, ну без демона это ГП. Наорочим это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Демон для собаков. Безопасности в Дородаре под защитой старейшин. Блять, как раз для меня. Демон нужен только на профи, на Синдрей, на лече. Тут Мозер пришел. Да, толк 10 секунд, не успеем. О, отлично, кстати, Мозера без бафов, если кто-то не перегонит, вот это будет. Вера. О, точно, хороший вариант, на пол на старт. Чем силы занят? Какой пресс? Старый, хватит накручивать на чудовище. Хила должны успел последний вихрь дать. Из демона 17-300. Не, ну то ниже Мозера реально вагон.
Ну это да. 5-5 у нас. Мы похороним тебя, как подобает. Лена 12? Вау. Я же тебе сказала, что никто так не дамажит Элиму, как вообще я. Вообще никто не дамажит. Потом будет мне в ПМ писать, спрашивать, это Лена, когда мы дамажить этим Элимам? А, ну да, Нарсиеш. Лена, скажи мне, зачем тебе выбор славы? Печеньки героические нет, блядь, на шамана. Что зачем мне? Зачем твой выбор славы кастанул? Случайно, не скликнула. Я хотела цепуху нажать и промахнулась. Вот это да. Да, считай, демон нам ты. Старый не одобрит. Я чувствую, как король лич наблюдает за нами. Блин, старый, ну зачем ты понакручивал? Надо было показать, что Элиму не дамажит, закинуть на форум и чтоб на сап. Я не могу ИК-10 уже удалить, понимаешь? Они там пидоры. То накрутил. Лорус, ты там такой, сам стримишь, что ли? Ошибками еще настолько. Не агрите. Или уже все? Кто еще никого не агрит? А, бля, Тимыч еще. То они нахуй никому не нужны, то при... Вот так это, более... Блин, старый все равно накрутил. Ну я, кстати, не это не накручивала на трэш. Я чисто это конец там застал цепуху и башню. Топ 9. А знаешь, что самое забавное? Что в соло таргет ты выше Тимыча и жены была. Линканите топ 9. Вон я линканул в соло таргет, если. Не полностью. Трэш. Ладно, сейчас. Соло таргет, больше Жунуэна, больше Тимыча, больше Лены. Ну вот видишь, все кто ниже стоит. Лича, Нарсии и Гринберг. Ну неудобно он стоит. Рейд вагонов, пиздец. Ну все, короче, мы пошли, а он тут сам соло за все задамажит. Вчера было это. Первые 9 позиций двадцатки давали. Вооружи, говорить, режим упал, ты не будешь? Не, Никито стал ебашить нормально. Да, типа, что он почти бисовый. Первые 9 позиций, 20 тысяч, ты говоришь? Ну, 20 плюс. И чё вы мне, я знаю, как он одет, чё вы мне линкуете? Это в первом статике, да? Вечерний. Ну, там больше, может, давали, там 9 позиций первых, и чё-то было 20. Там под 22, по-моему, было. Ну, кстати, вон Фанзеров 4-5. 21,5. О, сколько? 21,5? Так уж хуёво. Не, Фанзера красавчик, он ретрикал как бы, дамажил. Хотя все пиздели там за Т5 что-то. Да нет, он там просто ротацию усложняет, а так, в принципе, он чуть-чуть лучше, чем 2Т5-2Т5. Ну, Т5-7 ротацию немножко усложнил. Вообще, скажи ДК. Жизнь просто усложняет. Блин, ну ДК там вообще, по-моему, одна кровавая жатва и все. Вообще, по-моему, больше циферок в рекламе. Если честно, трудно нахуй стало вообще. Целых гранатом молнии нажимать, да? Как только понерфили, так, блядь, вообще дышать невозможно. Вот понерфили реально вообще. Так, я на этот хуету ставлю. Смотри, видели свой ДПС? Там больше, вот. На Джайне вы будете в жопе. Почему, блядь, на Джайне? Писка своим пристал. 15 тысяч ДПС, нахуй. От Джейни зависит понимание так. Блин, ну, Лёш, ты же сам понимаешь, что Джайна немножко другое. Там типа больше по тактике.
Лёх, ну да, я, блядь, катализаторы бью, бегаю, у меня ДПС ясный хуй падает. Хотя я их разбиваю, даже прямым ударом бегаю. Синие уроны. Усиливайте, дайте ДФ. Крэш подпиляет. Жанни больше зависит это от того, что, от понимания, что когда. Поднимайте. Не знаю, сколько мы трали, я единственное понял, что ДПС на Джане это все фуфло. Там единственное, что это реально понимание нам. Потому что он ДПСом убивает. Не, вы не поняли. Я имею в виду, не когда его много ДПСа, конечно, легче босс убивается. Я в плане имею в виду, что вот сколько есть стабильно ДПС рейда, например, и в плане рекаунта, если он меньше, то это ничего, это и вообще ничего не значит. Я вот катализатор, я, блядь, ухожу туда, получается, на катализаторы с 20-ка, с катализаторов выхожу, нахуй, с 13, с 15. А ласт-фазу, считай, вообще только кастрюль. А ласт-фазу, я вот лично за себя скажу, я вообще не бью, я старый, тупо эльмом сбиваю касты. Показывает в первых позициях не тот, у кого ДПС в секунду наибольше, а тот, у кого общий дамаг. Общий дамаг, я знаю, ни у кого ДПС, я знаю про это, и говорю, то что судить как бы смысл. А по общему урону я накинул ебаную хоту и побежал. Ловушки, идите взрывать, рог-то нет. Блять, берешь их, берешь в гильдию, куда они все деваются, нахуй? Ля, убери челика. Ля, как на острове пизда, да, пинг 290. В рейде в ЦЛК 4000. Лен. А можно попросить тебя оставить этот тотем сопротивления сил природы? Ладно. Просто мы сейчас с Элем по разную сторону будем, мы будем на хасту ставить. Бобик взорвали. А то там у Мозера глаз выпадет, если тотема не будет. Почему он на него должен выпасть? Он очень сильно, тебя не было, он очень сильно нервничает, да, когда нет тотема. Он каждые две минуты железно спамил. Где тотем РДД? Даже когда есть тотем, он все равно переживает. Рыбы ставлю. Он переживает, когда даже 5 шаманов их ставят. Сука. А здесь чем тактика отличается от обычки? Пельмени ловить не надо, которые летят. Да, там точки зеленая будет, от нее отбегать. На этом, на профи, знаешь, пельмешки такие летят, когда ты бьешь его? Вот здесь такая хуйня. Да. Вот здесь такая же тема. Она будет прорисовываться на полу. В миле летит, что ли? Оно везде летит, в миле, в РДД. Короче, точно такой же пельмень, как и на профи, он даже выглядит один в один. Да, хорошо. Все готово. МП5. А вопрос, сапроты или фласки здесь? Сапрот. Сапрот. Что помазан дает кулак? МП5! Насчет ссылка, пей сапрот. Не будет МП5, шмах ТТМС. Два паладина в рейтинг. Раскол. Интересно, оно тут ВЛ дал. Из команды РЛ это. Не я. Зачем тут ВЛ давать? Угу. Кто дал? Не я. Все легко, просто посмотреть по КДшкам. Как
Фатбурс блюю, охуенно. Я что-то не понимаю, нынче модно миликом не отходить от пельменей. Короче, даже тебе жалко. Начищу только ему. Даже тебе начищу. Женён. Сверх, разнесите. Ребись, выпили, ставить. Телам на числе. Что за хера? Что за хера? Заебался блювать. Как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Я тоже заебался блювать. Разложи три блюва, наверное. Набрали пугов, рейд ДПС стоит больше статики. Где, кстати, у нас гладиатор? Речь о пугах зашла. Чего я? Речь о пугах зашла, где гладиатор? У нас был шаман гладиатор. Ну да. Да он и есть, он сегодня по работе что-то там у него. Можно там 300 баф, лап, что-то такое. Сейчас все в комнату зайдут, дадим баф.
Да, я проверку. А здесь чем тактика отличается от обычных? Ничем. Я... Чем бейбос? Я еще... Раскола. Ряд по ним кто-то убил. Зачем ты вышел? Обе босс. Блин, на ранже стой, короче, этот слизень. А, взрыв. Окей. Как? Или вы? Никак. Красиво. Так, красиво, когда типа, выносят этого мелкого слизня к большому. Красиво. О, Женёк. Гниломор подох. А принцов... Отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Лёх, замени минут на 15. Кем? Ну, Маш. А вы куда побежали? Вообще-то проф у вас тут. Вообще-то принц. Усы. Чтобы один сопрот потратить на всех квартальных. На принца идёт? У нас все равно сопрот с леди висит. Сейчас отопление включу, 5 секунд отойду. Я что-то вообще не понял, что за изменения-то? Мы на профа не идем сейчас? В прошлой неделе же так, чтобы быстрее дойти. Самый последний. А ты что, не слышал, что я не сказал, идем на принцов только что? Ну если бы я слышал, наверное, я бы ничего не говорил, как ты думаешь?
Мы убиваем Лану, Синдру, Профайлича. Да все, я понял, как скажете, я просто не знал. Извините меня, вагоны. Прощаем. Давай, больше так не делай. Так и быть, да? Я ни в коем случае, извините. Извините, короче. В следующий раз ГП начислят. Ну все, не давите, я понял, извините. Кланяюсь в ноги, целую ваши пятки, все, извините. Женёк, а чё ты вдруг объект троллишь? Ну он там хочет кое-что потестить. Чё так мало? 17? Его? На фулл хосту хочешь попробовать? У него там есть нюансы, я тебе потом расскажу, чтобы не флудеть, Кирс. Кто-то в комнату зашел, да, с профом? Кто трэш согрел? Я. Блять, я думал, все зашли, я сказал, что только подошел. Да я, блять, пошел электричество включить, сказал, говорю, отойду. Ты же видишь, что там рейда нет. Братуха, все нормально. Заслуженное ГП, что ты не обрадовался? Ну, значит так, блять. Чего человека троллить-то? Ну, чего это агрил? Последняя китайская. Бля, что-то от пива, я 30 секунд пипи опять отойду. А чё ждём? Перекур можно сбегать или чё? Да не, вроде так. Ну что? Ольга, согрели звездопадом, спасибо. Разве? Это не паладинша? Чая. Которая прибежала. Нет, это не я, это не я. Нет, это на персика побежала. Да, извиняю. Раны откидывайте. Солвы зло. На дича пойдем, никто не ставит. Ничего, там еще вторая летает. Как я удачно ему душение повешу. А что, ребят, можно перезайти одну минуту? Аска, Маша, Япончик, наверное. Будете успевать. Вага не видит. Где ты тут? Вага вообще хочет ДВшные рейды развидеть. Ну я же говорю, типа, видишь, я заранее знаю все эти... Откатил перехват специально, а он ей боб дал. Это ненадолго. Ладно. Сиди. Блин, вот эти вот их покровы прям раздражают до жути. Больше раздражает, меня что раздражает, это, что я их забрать не могу. Свою неуязвимость, даже когда он, блядь, ферея либо скол. Знаешь, вот типа, мне просто все раздражает, что я ее забрать не могу, мага. В смысле, спиздить нельзя ее? Да. И развеять тоже нельзя.
вообще-то можно. Да? А чё тогда никто не развивает? Ах, надо. Это лишняя кнопка. У Вара в КД 6 минут. У нас престы есть. Понятно. Вара МГП нахуй. Мне хуй 6 минут. Да мне похуй, уменьшай КД свои. Чем хочешь. Чем хочешь, хоть Путину письмо пиши, блядь. Даже Путин здесь бессилен. Чё, наверх пошли? Хорошо, брат. А зачем вы бомбу повесили? Ну, он сейчас там разбудит второго ма... А кто повесил бомбу, теперь её там поддерживает. В смысле, с тактика на тактика перевесил или чё? Красавчик. Паладин один поднимается. Черчик, штура. Реально. Провокатор. А он должен снимать боб или вот эту зеленую? Так что я попробовал сокрушительный бросок, он не снимает. Сокрушительный развеивает бабл и может глыбу мага. Это... А о чем ты тогда? Еще раз, я не слышу. Ты говорил, что там вары могут снимать с КД. Да, я только что снимал. Ну, не только что. Ну, у меня написано невосприимчиво. Выбирай. Ну, провокатор, я ответа жду тоже. Как ты сокрушительный бросок кидал. Ты бросок героя, ты чё ты? Обманул пацанов, да, сука? Как доказать, что вары полезны для рейда? Да? Вот сейчас уже Фарада в ПМ пишет. Ну чё ты, блядь, ну чё ты? Бросок ничего не снимает. Героически ничего, у вас их не вся. Ну, а этот не начал с ним. А может у тебя там какой-нибудь талант? Никакого. Или символ. Вот чувак играет на ладе, спрашивает, что снимает бабл. Понял, что ли? Лёша Боешка. Боешечка. Тимыч танк. Тут чем тактика отличается? Бегать. Мало. Бегать. А, мало бегать, я понял. Да? Чем больше бегаешь, тем больше стаков. Чем больше тем стаков, больше... тем больше дамага. Да, так, этот, короче, Тимыч, твой Толдорам, мой Валанар, Кель, короче, твой Войд. Извиняюсь, а сколько вар дал на сурке? Новое, 20 плюс. Еще раз мой Толдорам, да? 21 500. Ну, у меня 20 500. Все, поехали. Прикол. Белая чемкашка обновить? Одна кинетика падает, а кинетика падает. Это 250 сразу. Непобедимые воины короля лича. Все морды, да. Наши силы едины. Падает 2 500.
был досадным недоразумением. Сила смерти. Меликов, да хуй еще сами. И прольется кровь. Тихо. Насладитесь болью. Моя чаша полна. О, вагоны. Прольется кровь. Шо ж вы все в одну сторону бежите? Что там делал? Вопрос к тебе. Что ты делал, блядь, на балкон? Блин, канулся в самый дальний угол. На балкон. За РДД. Нет, я могу, конечно, под келли прыгнуть, но тоже такое. К выходу. Кстати, забавно, меня убил вихрь от Нурси. На сцене две. Две. Это, Фирс, подскажи, а вот хоту я кидаю, огненный шок, она не поднимает эту хуету кинетику? Только прямые удары? Поднимает. Дотки поднимают. Аналогично, если ты кинешь земной шок с шипами, он и каждый шип будет... Все, понял, спасибо. А еще лайфхак. Ставишь опаляющий тотем, и он его сам поднимает, как у демона белого. Локс. Две кинетики падают. Господи, ну они лягут сегодня, нет? Центру. Как они еще делать? Подошли, раскольчик поставили. Как тебе лежит? Да, отлично, зато я все сверки вижу, вижу, кто что бьет. Ты видишь, да, дружище, Элем и Баша? Там?
Вон, смотри, опять Фарада кого-то убил. Ну, он стоял прям на лестнице, ясен. Слева у лестницы прям падает. Никитос, около тебя. Блин, панды так топово ресают, я смотрю. Войду, плащу пал, да. Спасибо. Старый на Инхабири. А у меня одна есть, я вот вторую хочу, ну. На левую руку. Неплохая штука. И тапки тоже. Я почти инха собрал. Я тебе больше скажу, я почти бисового инха собрал. Да у тебя-то я видел. Ты даже с нами дамажил. 2 минуты отойду, что-то ванна потекла. Всем привет. А можно курнуть тогда? Адмиралушка. 4-5. Привет. Да, родной, чё не позвонил? Релогу 5 секунд. Кирс, ты на ком? Кому написать? Трэш, ты предатель. Ворон? В смысле? Ты, блядь, 2 кд хапнул. Ну это, Лёха меня вчера это... За мага принудительно пересадил. Ничего не знаю, для меня ты предатель. Меня тоже. Лёха ИРЛ, он что хочет, то мутит, а для меня ты предатель. Старый, у меня есть такая одна привычка. Сразу решили все крестами пойти в рейд. Заберите. Поэтому у него и на престе, и на магии КДД. Некоторые решили вчера еще и на финал. Старый, у меня такая привычка, как меня назовут, так я и поступаю. Ты мне угрожаешь или предупреждаешь? Предупреждаю. Ничего не фигня. То есть какие-нибудь оскорбления в твой адрес лучше не говорить, да? Да, ты скажешь, а потом он сзади. А, то есть, как тебя называют, так ты и поступаешь, да? Да, да. Гей. Гей, да? Нет, да, не гей, так ты и поступаешь? Ты смотри, ну там шарик свой, ты пятый запустит за тебя. Хотите приколюху расскажу? Сидим, короче, на совещании вчера. Ну, там офицеры, прапорщики, мичмана. И, короче... С нами занятия, неважно почему проводят, там, по офицерской хуете. И командир сидит такой и поднимает одного мичмана, спрашивает его там, что там происходит вообще в Сирии. Понятно, он там тупит, нихуя не знает. И он такой говорит, а вот менталитеты, говорит, вот какие вот у России, говорит, и вот у зарубежных стран. И он стоит, тупит нахуй, ему подсказывают там, блядь, какое-то сокращение. А в общем, короче, сокращение выходит на то, что Россия педиков не уважает, короче, ну не поддерживает эту хуйню. И он стоит такой, говорит, типа, расшифруй. Тот, ну я в душе как бы не ебу, и стоит, молчит. Он говорит, ну ты чё, блядь, ты типа за то, что у тебя был, блядь, родитель один плюс родитель один? Тот такой, ну да, все такие хохочут, ахуй, ты дурак, это же педики. Он такой, а, не-не, педики нет, говорит.
Просто 200 человек, ха-ха-ха, блядь. Папа один, папа два. Ну там, короче, идет новый учебный год, и, короче, командир должен проводить, как бы, по ПДП, там, блядь, занятия о социальном развитии, ума, блядь, там, всякой хуни с офицерами. А у нас там прапоров мало было, и он проводил со всеми. И вот он поднял прапора, а тот тупит пиздец, нихуя не знает. И вот хохотали, сидели. Военные же как дети, блядь. Тетрадка, блядь, 1, 2, 3, 4, 5, блядь. Еще какая-то параша меня калит, пиздец. Блокнотик всегда сам. Блокнотик, да, у меня в каждой форме по одному блокнотику. Но блокнот он нужен. Сейчас там стоим. Какой-нибудь дебил какой-нибудь. Что там, законтролите мобов каких-то? Да ты агрите боковых, верхних, они все не побегут. Стан, один танк у вас. Стан на мне. Ну, видишь, ты сказал законтролить, и Макс сам там паука превратил так. Лёх, а блокноты они сами удобны. То есть задачи понахуячил, да хоть знаешь, что выполнил, что нет. Ну за что будет ебать, за что нет. А это ещё блокнот, притворяйся. У тебя по-любому даже эта привычка на гражданке осталась. Ребята, дайте контроль, да, чё вы с листа уже лезете? Большая. Лёх, я тебя не слышал, тебя перебили нам. У меня ежедневник, а не блокнот. Ебаться, саться, охуеть, а это совсем другая штука. Он маленький, что в карман влезал. Да, должен. Не, блокнотик-то да, а... Ну как, блядь, значит у меня тоже ежедневник, у меня такой кожаный, здоровый, блядь. У тебя ж сумка должна быть офицерская. У командира подразделения только. Типа там этот... Разве не у всех офицеров должна быть офицерская? Да она у всех, только ее никто не носит, потому что не хотят. И я тоже ее не ношу. Есть даже сержант ее носит. Вот когда в наряд заступаешь, когда в наряд заступаешь, у тебя должна быть расческа, блядь, блокнот, ручка, блядь. Ну это да. Блок, блядь, вся хуйня. Я, знаете, вам что хочу сказать по этому поводу? То, что вы, короче, это вообще лохи какие-то. Вот у меня упаковка листов А4, светокопии, кисточки. Хорош. Ну? Лена, я ж тебе показывал, блядь, себя фото в парадке. Могу я быть лохом? Ну чё ты начинаешь-то? Лёх, мы тебя одна уже... Ты единственная, кто видела мое лицо. А, еще. А, там нет возможности зайти на отель? Вдруг печенька выпадет. Женек. Старая вот сейчас обида была. А скажите, пожалуйста, чем отличается ОС от нормы? Ничем. Ничем. Просто вообще. Чуть сильнее на вихре будет. Больнее. Че, Леха, есть возможность, нет? Заходи вместо Маши. Маша, а ты пустишь меня на профа? Да на профа мне нахуй не надо. Хорошо. Порт. Посмотрим, как ДПС у тебя будет на Синдре, а там посмотрим. Так. Дайте там пристав бафа. Меня поменяют, не? Пусть смотрят люди. Задражи. Шкаф. Дайте шкаф. Укусы рандомно. Сманули тебя, нет? Парадон. Бля, Никитос, отстань от меня. Я отойду тогда минут на 15, а к Синдре приду. Все, смотри. Дайте бафу. Дай проверку.
Сейчас, Лёх, погоди, я тут передам. Дайте лапу. Хотя бы. Инвест. Пламя выносим влево или вправо куда-то? Не в рейд. Хорошо. По стенке выносишь просто, в какую сторону него. Хорошо. Это было неразумное решение. Белочь, на тебя напули или там что-то? Серьезно? Я хуево. Я даже не проживался. Походу ДПСники у нас. Если что, фростал. Тот был. 10. Прожмись. Антиферно лич стал. Спел. Начинаем представление. Рэндж набрали. Это не нашел. Прямо у меня стоял. Пять секунд было запаниковал. Может резко? Пока тут. Яру даю. Да, 4-3. Да. Блять, наконец-то. Шея, блин, может взять. Багрух в этой боссе не существует, видимо.
Типа, это уже, по-моему, четвертая КД, когда вот эта шея падает. Блять, нету нихуя. Героическая ж не бояшка же. Короче, только что ожогом, взрывом, короче, под этот дал. Под тренинг, короче, 53 героя. Героик не может боя быть. Блин, ты посмотри, типа, огненный взрыв. Вот ты меня укусил, да? У меня огненный взрыв дал 130 тысяч. И глыба 70. Да, нормально. Бля, как прикольно. Ровно 5 минут ЦЛК, и снова пинг поднимается. Что ж там, блядь, такое происходит в этом ЦЛК? Встречай свою вторую смерть! Выводите их сюда, и мы вам поможем. Макс, тебе еще какой кусок нужен для тебя? Оба. Плеч и голова, и тело. Да, у меня одни нонсеты остались. И тринки. Круто тебе? Я не знаю, я вот думаю, либо пояс, либо запад. Оттягивай по чуть-чуть. Мне осталось плащ, шея, пояс и две тринки. Скорее всего, не ну и делите. Там типа нонсеты всякие с джайны, с РСКИ ХМ. Еще неделю, может, заберу это, наверное. Так иди выйди с ЦЛК, постой, к боссу придешь, как раз опять успеешь убить. Драгона чисто на боссов, да, призывать? Да это бред, я типа начал играть под конец боя, у меня пинг поднялся на 2000. О чем вообще говорить? Бля, на твоем месте уже бы соседнюю деревню съездил, ебало бы набил, у кого интернет вообще есть. И назад бы приехал бы, сидел нормально, играл бы. Там бабка зашла, блядь, рецепт муки, нахуй, просто в ебасосину и на, нахуй. Ты не понимаешь, в чем суть, у меня интернет сейчас нормально работает. Вообще, по качеству связи, по всему, он нормальный, блядь, а вот почему-то Вовке он зависает. Я не знаю, может VPN поставить, чтобы он нагрузку создавал. Либо еще как-то. Такое ощущение, что он не нагружает именно Вовку. Может, у тебя комп лагает, а не интернет? Блядь, если бы у меня комп лагал, это было бы вообще нонсенс. Так ты, блядь, замени Pentium 1, блядь, сейчас двухъядерный. Значит, есть там плейли какие. Потому что у тебя лагает. Он не может быть нормальный и не тянуть Вовку. Понимаешь, у меня челик еще давно по Гуэсту в линейку заходил играть, но он лагал, вот как ты примерно. Но тогда еще он мог сидеть. Вовка не может лагать, потому что она... Ей настолько дохуище лет. Я до этого играл на компе, которому было 13 лет. И я играл на средних настройках, ничего не лагал. Здесь присутствует модель с последних патч. Правильно? Здесь текстурки не... Знаешь, да. Аж... Да. Блять, это не влияет на то, что, что мне пинг растет. Чего вы пытаетесь все перекричать? Я не понимаю. Если рассчитывать на какую-то хинею, то тебе просто стыдно вас слышать. Какой нахуй, блядь, пинг может быть связан с FPS-ом? Поэтому тебе и говорят, смени просто провайдера. Ты находишься далеко, там, от города, я понимаю. Тебе очень дорого проводить национальный там интернет-провод, правильно же? Может связан с... Думаю, больших денег стоит. Поэтому просто можешь переключить провайдера другого. У него пинг растет. Это, блядь, если от интернета зависит. Понимаешь, когда это от интернета зависит, алё. От понимаешь? Чистоты.
попробуй оперативку, вот забей на 95%, и попробуй что-нибудь запустить. Поху какой интернет, у тебя будет все лагать. Вот, блядь, жил я в городе, было все охуенно, нет, переехал, блядь, интернет стал хуже, значит и ком говно. Вот твоя логика. Не знаю, если бы у меня были проблемы с интернетом, я бы уже давно психанула и разбила комп. Для меня это вообще не принято. Как можно пытаться что-то там играть с йотой, с какой-то не страны, знаю, я тут, которая... Я тут недавно провайдера сменил, блядь. У меня сколько, полдня интернета не было, так я дома чуть не разъебашил всех. У меня все, телек не идет, интернета нет. Телек не идет, комп не идет, бук не идет, блядь. Телефон у жены не идет, значит, она мне мозги ебет. То есть, ну тут все взаимосвязано. Планшет не работает. Ну все, пизда тут просто. Я хуй знает. Идти камни. Ребята, блядь, вот, когда перекур будет, можно просто узнать, я первый раз с вами видел, нормально. Бля, чувак, а ты когда... че? Извини, я тебя не предупредил, у нас просто никто не курит. Долбоёб, говорит. Старый. У Химбре перекур. Знаешь, что надо делать? Примерно. Хорошо. У профа, наверное, будет перекур. Не, мне просто интересно. Извини, ну, я забыл предупредить. У нас никто не курит, и на заднем фоне просто долбоёбы. Курит. Если хочешь покурить, 500 ГП, и иди спокойно курили. Я вот служил в части, вот где было 400 плюс человек. И из них, типа, только 10 человек не курило. Заебал, не сравнивай время, сейчас очень короче, модно не курить. Короче, перекур будет, если мы идем на Синдру, то после трэша, если мы идем на профа, то перекур. Сейчас очень много народу не курит, это я тебе реально говорю, очень. Сейчас очень много народу сосут айкос. Да, потому что, блядь, наверное, сиги дорогие. Ну или да сейчас, наверное. Сейчас бойцам даже сиги не дадут, а сосачки дают. А ты перекур курил вот этот? Который дает? Курил, конечно. От него ебашат хлеще, чем от шалы, блядь. Там пацаны вот эти, которые курили, вообще угорали, блядь. Которые 20-летний перекур, да? Угу. Да, мы его тоже в этом холодном складе нашли, там блоков штук 50, наверное. Старик, пчела с пекой. Есть. Инерте тоже с пекой. А я где буду хили, скажи? Пантера, ты, Харзис, Елена, четвером летаете. Лёш, личку прочитай. Пусть... Пронзительный вой работает на подавление? Это поменяй меня, пожалуйста, то у меня пинг опять. Лёх, я извиняюсь, я в порталы прыгаю? Да. Я тогда хилбот выключу. Инвест. Что, мне сманится или как вот там? Ребят, тут тоже, я так понимаю, от 25-ки обычки ничем не отличается тактика. Для ДД все то же самое. Я тебя с рейда не... Что он делал? Кто его? Я ничего не делал, я...